Парни, два выезда в Тирасполь, 0 очков. Это явно не то, что вы хотели набрать. Ну, как минимум, наверное, две ничьи — это была задача минимум для Маиба. А максимум, наверное, две победы. Что случилось сегодня? Потому что у вас сегодня команда в численном составе в два раза меньше, чем на прошлой неделе против МНЗ. Я не могу сказать, что случилось. Так получилось, так бывает. Не всегда приезжают по 11 человек. Но да, задача 6 очков была. Минимум 2. Как обычно, 0. Потому что делаем ошибки, сами не забиваем. В общем, результат чисто от нас всегда идет. Вторую половину вы начали очень активно, создали очень много моментов. И, наверное, только уверенная игра Макса Копильчука в воротах не позволила вам забить. Что вам сказал тренер в перерыве? Да, мы начали играть по счету просто. Соперник больше стал обороняться, сохранять счет. И нам позволяло играть с мячом. Соответственно, мы пробовали бить. Если не бьешь, не забиваешь. Или уже как с любой позиции, можно сказать. Ну вот. И последний вопрос. Победа в этом матче давала вам возможность попасть в четверку и продолжить борьбу за плей-офф. Поражение насколько критично для вас в дальнейшей борьбе за выход с плей-офф и борьбу за медаль? Да я не думаю, что мы сейчас будем смотреть таблицу. Мы будем просто играть. И если у нас будет какой-то шанс, мы попробуем зацепиться. Сейчас у нас их мало, насколько мы понимаем. Ничего страшного. Мы будем получать удовольствие от каждой игры. Так, может, даже проще будет нам играть.